Уважаемые женщины, хочу немножко поговорить о деликатной проблеме, да, проблеме геморроя. И рассказываю как проктолог и видение своей точки зрения. К сожалению, я прекрасно понимаю вот психоэмоциональный барьер, который стоит перешагнуть для того, чтобы обратиться к проктологу. Но призываю вас, если есть проблема, то обращаться вовремя. Особенно хочется уделить внимание это беременным, да, потому что зачастую уже на третьем триместре беременности женщин, как говорится, они вступают в клуб, и у них появляется геморрой. В основном здесь ничего страшного нет. Главное вовремя обратиться, и на данный момент существуют препараты, которые разрешены для использования у беременных. Поэтому призываю вас не заниматься самолечением, заниматься народной медициной и не использовать off-label препараты или препараты, те, которые не разрешены при использовании. Лучше обратиться к проктологу и получить квалифицированную помощь. Приходите, постараемся вам помочь.